В этом небольшом доме в микрорайоне Онтустек уже не понаслышке знают, что такое угарный газ. А потому новому оборудованию, которое в случае опасности отключит подачу газа в дом и подаст звуковой сигнал, здесь только рады. В доме маленькие дети, поэтому я всегда боялась оставлять их одних. Моя дочь уже один раз получила отравление легкой степени. Я благодарна руководству Кастрансгаза за установку этих приборов. Теперь я могу быть спокойна за наши жизни. Специалисты по ЧС отмечают, сколько бы профилактической работы совместно с представителями газовой компании не велось, меры, увы, должного результата не дают. Совместно с представителем Кастрансгаза, с представителем Акимата нашего Имбишинского района, совместно с органами полиции, мы проводим, ежедневно проводим агитационную работу среди населения, где мы, где нами разработаны вот такие вот красивые плакаты, памятки на двух языках, на государственном, на русском языке. И в этом памятке все у нас указано, что нужно соблюдать все требования правил пожарной безопасности при отопительном периоде. А это тоже неблагополучный в социальном плане дом. Его обитатели с угарным газом сталкивались дважды. У нас уже были случаи угара. Один раз дети угорели, второй раз дети и гости, которые к нам приехали. Нас в тот момент дома не было. К счастью, в обоих случаях угар был легкой степени, и врачи скорой помощи оказали помощь на месте, не забирая никого в больницу. Я очень благодарна газовикам за такую заботу о нас. У меня 5 детей, старшему 12 лет, младшей нет и 4, и я боялась оставлять их одних. Теперь я знаю, что мои дети защищены. Как пояснили специалисты предприятия, акция эта своевременная, потому что во второй половине февраля на юге начинается потепление. Как следствие, падает тяга в дымоходах, что в разы увеличивает риски поступления угарного газа в жилые помещения. К слову, сигнализаторы не просто вручают, а силами специалистов предприятия устанавливают в дома. Руководство нашей компании «Кастрансгаз Аймак» было принято решение малоимущим семьям подарить 30 сигнализаторов загазованности. На бесплатной основе нашими специалистами не только дарятся, а выезжаются поадресно, устанавливаются в соответствии с техническими нормами и информируются жители, потребляющие газ. Стоит один комплект оборудования от 10 до 20 тысяч тенге. В рамках акции оборудование будет установлено в домах 30 малообеспеченных семей. Остальным же придется позаботиться о своей безопасности самостоятельно.